Рыжая, ну, че ты там сидишь? А сегодня у нас 15 марта 17 года. Вот они тут. А тыкву нам принесла Надежда Васильевна. Видишь, Володя кормит кошек, убирает снег. Уголь привезли сегодня в деревню. Как в деревне живем, в городе-то? Какое красивое создание кошки, вообще удивительно. Это у Володи. Тут книжку считает. Сразу увидала, что я интересуюсь, уже сюда запрыгнула. Это наша Буска. Котенка привезли маленького. Каким он стал? Она вот эту тюлевую занавески рвет сейчас туда. С какой скоростью бежит. За ней даже не усмотришь. Это вообще спринтер. Где она? Где она? Вон она уже где. Вот как у какой-нибудь это ласка или какая там зверек. Все. Мигом к окошку подскочила. Тюль пластает почем зря. Задирается она с ней, поиграть надо. Вот моя бедная тюль. Еще закрыла глаза. А, рыжая, что ты зажмурилась там, лежишь? Но это их мать. Это две дочери, только разного возраста. О, уже ее нету тут. Да Буска свою старшую сестру белую теребит, нападает на нее. Совсем большая стала.
Хвостом крутит, это к нападению готовится. Белая буска. Ну, белая, она уже мать на кровать, как она бегает, как стремительно, как ласка. А внизу смотрит. Так учатся, тренируются нападать. Игрушку я сделал. Это у меня было сделано для дырявой грелки. Через одеяло протыкал, чтобы она вертикально стояла, подвешенная, не протекала. Ноги мерзнут, судороги стягивают, порченное все. А это, видишь, сгодилось котенку и поиграть. А наверху та Соня спит. Белая, белая. Но что ты там спишь-то? А это вот теперь это играет. Дал сегодня мышку, уж она с ней играла, играла, играла. А потом скушала ее и все. А там за окном у меня базар. Воробьины. Это караулит теперь. Ну-ка, иди сюда, поиграй-ка. Ну-ка, давай. Ну-ка, вот она. Ну-ка, давай. Вот она что делает. Вот она. Тень заметила, тень. За тенью гоняется. Вот так человек. Всего лишь тень. Вот ничего нету. Прыгнула веревочка рядом и очень ярко отражается. Это для нее уже мышка.
оно не движется. Теперь это раз, та задвигалась на стене. Тень бросила, опять за тенью смотрит. Палочка шевелится там. Так вот человек за тенью гоняется, а истину не понимает. Как дети в куклы играют, а что рядом свадьба законная, они этого не понимают. О! Это утром сегодня, воскресенье. Буска залезла где к голубям. Вот так. О, Володя их накормит. Вот она пошла белая. Эти улепились где все. И вот что-то лезут куда. Подпол открывает, но не полезет. Откроет и дадут. Оттуда дует. Все, открыла, пошла. Не могу понять, зачем они это делают. Только закрою, опять откроют. Подойдет, откроет, попробует и все. А? Красота какая. Типа клюк, он здесь сильно не влазит даже. Утренний мацион. Сегодня заблокировали Сергея Пупкова ВКонтакте. Он пишет, помолиться за то, что там фраза у него, он послал, кто крал, впредь не кради. Прямо с указанием на Библию. И закрыли навсегда. Как это так, я не знаю даже. Вот сегодня у нас вторая неделя поста заканчивается. Володя у нас ущебарничает, готовит. Морковь натирает, картошку. Картошка мелкая такая, и вот я теперь режу. Такая, как ноготок, с ноготок. Ну вот, вот все у нас. Посмотреть, что у нас там на улице делается. А, все уже открыто. Все как надо. Все.